Первый зампред областного правительства Станислав Гребенщиков доставлен на допрос в Следственный комитет. Об этом сообщает Интерфакс. Высокопоставленный чиновник проходит по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. По данным следствия, Гребенщиков, используя свое положение, организовал незаконную выплату более 14 миллионов рублей средств федерального бюджета питерской компании ООО «Стройинвесткомплект», которая реконструировала здание под музейный комплекс «Эрмитаж Сибирь», но не выполнила своих обязательств. Вице-губернатор, курирующий эту стройку, знал, что подрядчик не выполняет условия контракта и имеет задолженность перед государственным заказчиком по ранее полученным авансам. Расследует уголовное дело 5-е следственное управление Следственного комитета по Новосибирской области.